Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здарова всем, друзья, с вами Мистер Чир, и у нас сегодня продолжается карьерка за Washington Capitals. И первые матчи предсезона я скипнул, просимулировал, и теперь у нас начинается уже основной сезон, первый матч с Бостоном, я думаю, долго базарить не будем, погнали играть. Погнали, Кузнецов, первое вбрасывание. Проигрываем вбрасывание, окей. Ничего страшного в этом нету. Ничего себе, вот это пас. Ну все, ладно, погнали отыгрывать в атаке. Кузнецов, бросок. Перекладина. Овечкин жесткий силовой. Оши в прессинге. Пастернак, Бержерон. Встретить. Карлсон. Вам к этой шайбе, хорошо. Овечкину передача прошла. Овечкин в зоне, нужно расположиться. На синюю не удается. Не удается сыграть, то здесь Кузнецов успевает помочь партнеру. Овечкин. Разыгрываем. И Карлсон! Раск! Быстренько выбрасывает шайбу. Нисканен. Аккуратно, не дать бросить. Не дали бросить. Все хорошо. Передача вперед. Бураковский. Бураковский закрывает шайбу корпусом. Укатывает за ворота. Бураковский на синюю. И здесь вон таймером. Хороший бросок Кузнецов. Передача не пошла. Встретить. Хорошо. Кузнецов, ошибка от Кузнецова. Думал, что взял шайбу. Но шайба оказалась коварной. Холби. Хорош Холби. Без пауз играем. Эллер. Передача на Бураковского. Бураковский. Тут набросик на ворота в надежде на то, что шайбу прижмут. Встретили. Орлов. Шайба не проходит. Мур. Падаем под шайбу штанга. Бросок ближний. Колби. Орлов. Очень жестко прессингует команда Бостон. Вилсон. Кэмпни. Укати. Хорошо. Бросок. Эллер. Успеваем. И бросочек. Не точно. Игра просто без пауз идет. Вышла шайба, хорошо. В этом хоть плюс есть. Даут. Врана. Карло. Хорошо. Почти прокатили. Катывает из-за ворот. Опять в ближний угол. Колби. Ну, наконец-таки пауза. Наконец-таки свисток. Судьи и вбрасывание. Там уже игроки все накатались так, что сил уже ни у кого нету. Проигрываем вбрасывание. Ну, шайба у нас. Орпик. Выкатывает. Пас на Коннелли. Неплохо. Коннелли. Коннелли в ближний угол пытался. Набросик, там никого. Карли. Не дали сейчас бросить, хотя он планировал это сделать. Колби хорош. Даут. Пошел в зону. Передача на Коннелли. Коннелли вернул на синюю. Сложно. Сложно все как-то это получилось. Брос шайбы. Закрыть. Хорошо.
Успеть к этой шайбе. Бросок. Ну все, первый период заканчивается. 0-0. Довольно-таки такой смешной хоккей получился. Без перерывов. Все летели в атаку. Все бросали. Ну а вбрасывание всего лишь два было. Это в начале матча и на четвертой минуте. Точнее, на 16-й минуте получается. Офигеть. Ну что, начинается второй период. Выиграем вбрасывание. Отлично. Это значит что? Это значит мы свою атаку начинаем. Карлсон. Кузнецов. Хорошо пока все. Овечкину шайба не доходит. Там. Да что ж вы делаете ты, Бостон. У нас шайба. Выходим. Хорошо. Нисконен. Бэкстрем. У нас шайба. Бэкстрем. А там Овечкин укатил за ворота. Ну как не вовремя. Пастернака встретили. Пастернака, дай шайбу. Не проходит шайба. Хорошо, Вилсон. Бураковский. Аккуратно. Бураковский в ближний. Бураковский. Передача, бросок. Хорош, Раск. Маршант. Подбиваем клюшку. Шайба у нас. Через борт передача. Вилсон хотел обмануть сейчас игрока, но это у него не получилось. Эллер. Эллер. Неплохо. Еще бросок Эллера. Подбор. Эллеру передача. Эллер. Шайба в воротах. 1-0. Открываем счет мы в этой встрече. 1-0. Довольно-таки уверенно провели эту атаку. Несколько бросков. И Раск уже на третий бросок был бессилен. Давайте посмотрим на повторе. Вилсон выкатил из-за ворот, отдал передачу на открывшегося Эллера. И Эллер загоняет эту шайбу в угол ворот. Отлично. Ну что, теперь нужно Бостону лететь вперед. Пытаться сравнивать. Орпик. Укатил. Ай, не хватило немножечко Орпику, чтобы эту шайбу сохранить. Без удаления играем пока. Хорошо, Хобби. Нужно выиграть вбрасывание. Хорошо. Смитпелли. Через центр. Эллер. Дальше на Врану. Врана Эллеру. Эллер, бросок. Раск не прижимает эту шайбу. Смитпелли. Ой, аккуратно, Смитпелли, пожалуйста. А тут Джосс шайбу эту возьмет. Смитпелли шайба не прошла. Обидно. Так бы Смитпелли мог выходить сейчас один на один. Орпик. Нет. Джосс. Проброс будет. Но шайба рассчитана была на Смитпелли, но она не пошла на него. Выгодное вбрасывание. Хорошо. Может быть, бросок от Маковая. Хара. Бросок. Колби. Опять выигранное вбрасывание. У нас было только проиграно одно вбрасывание. Это в начале игры. Первое же вбрасывание. А так уже все хорошо. Бросок. Выкатываем. Неплохо. Ой-ой-ой, ошибка от Орлова. В оборонке один. Ну, тут Холби. Тут уже
Заигрались ребятки из Бостона. Маковой. Крейч. Аккуратно. Хорошо. Пас вперед. Коннелли. Пройдет. Коннелли. Переиграть. Переиграть Коннелли. Нет, не получается. Орлов встретить. Неплохо. Прессинговали, можно сказать. Не было возможности ему отдать передачу. Но здесь Дау полетел. Остановился. Передача не прошла. Но здесь был на смене как раз таки игрок. Мог сейчас выкатить. Один на один. Полби хорош. Аши. Овечкин. Ускориться. Овечкин. Остановиться. Овечкин выкатить. Овечкин бросить. На добивание Кузнецов. Нет, Траск. 1-0. Ну, туго начинается, конечно же, первый матч сезона. Всего лишь одна заброшенная шайба. Хотя, если посмотреть реальный хоккей, реальную НХЛ, как раз-таки в начале сезона там очень много шайб заброшено. Сейчас как раз-таки останавливаются вроде как тоталы больше. Но в начале сезона почти в каждом матче проходил тотал больше. Перекладина от Овечкина. В этом матче вряд ли уже тотал больше будет пробит. Напоминаю, тотал больше в НХЛ это 5,5. В крайнем случае, если это две результативные команды встречаются, то 6,5. Но стандартное это 5,5. Овечкино! Нет, не проходит! Ух, Оши мог сейчас переиграть Раска, забрать эту шайбу, выкатить на неудобную и бросить. Но немножечко не получилось это сделать. Задумано было хорошо, но не реализовано. Давайте, может, попытаемся выиграть брасывание, сразу же бросить. Есть момент! Но было неудобно бросать. Вилсон. Карлсон! Передача. Карлсон выкатил, бросил. Опасненько, опасненько для Бостонов наша атака развивается. Вилсон. Ох, встретили. Вилсон! Нет. Ближний угол пытался поймать на перекате вратаря. Бураковский. Ближний угол. Вилсон. Карлсон. Бураковский. Передача на Бураковского. Бэкстрим, передача на Бураковского. Все, у меня уже заплетается язык. Врана. Вилсон. Ах, ты не в клюшку-то ему пошла шайба-то. Вилсон. Он любит такие силовые приемы. Потерял шайбу после этого силового. Но вроде бы все пошло хорошо. Жесткий силовой. Кэмпни, прием. Хорошо. Без удалений пока игра проходит. И это меня очень сильно радует. Встреча. Офсайд. Ну там сразу же силовой прием Крейчу. Жестко. Драка? Ну, давайте подеремся, что ли. Кто у нас? Харапост против Бэкстрима? Но это неравный бой, друзья. Это неравный бой. Ты чё, Хара? Ты чё, братан? Хара? Хара? Хара, аккуратно. Да, ну, это нечестно. Получил Бэкстрим. Все, положил его. Но это нечестно. Я не люблю, когда так кладут. Мы проиграли бой. Ну... Против Хары биться об экстрему это такое себе. Но оставили без капитана. Бостон. Ну, нарывался Хара. Донал Хара на бэкстримы. Ну и все-таки бэкстрим получил дюлей. Выиграем вбрасывание. Смит Пелли. Укатывает. Доходит шайба. Бросок! Передача-то какая под бросочек-то, а? Это Кэмп не был? Ну, кто у нас под шестым номером? Я, честно, уже подзабыл, кто под каким номером играет. Да, это Кэмп. Потрясающе по точности и по силе бросочек. Вантаймер. Шайба в воротах. Первый гол в этом сезоне. Ну, понятно. Первая игра, первый гол. Хорош. Передача от Орлова и бросок. Ну, там просто Раск
был не готов к этой шайбе. Посмотрим, вот на повторе Раск перемещается, и как раз таки на перемещении его и поймали. Замечательно. 2-0. Если первую игру мы начнем с сухаря, это будет просто великолепно. Кэмпни только что забросил, до сих пор на льду. Но шайбу у него отбирают. Орлов. Колби хорош. Орлов вперед. Врана. Бьем. Бросок. Не дает, не удается. Здравствуйте. Кузнецов. Овечкин выкатил. Ну и можно Овечкину бросить. Раск не дает Овечкину начать в этом матче с очка. Оши. Передача Овечкину. Овечкин получает по рукам, но все равно с шайбой. Первое будет удаление в этом матче или не будет. Или Овечкин забросит. Выкатило хорошо. Ну что, реализовываем большинство. Овечкин готов. Кузнецов, Оши. Кто там у нас? Есть выигранное выбрасывание. Овечкин! Шайба в воротах. Стандартная шайба от Александра Овечкина. В большинстве. Со своей позиции 3-0. Здесь был просто кистевой бросок. Но обычно он лупит, конечно же, щелчком. Но здесь и кистевого хватило. Александр Овечкин. Первый гол в этом сезоне. Замечательно. После того, как ему дали по рукам, Александр Овечкин отомстил Бостону. Шайба закатилась в ворота. Вот смотрим. Раск под мышкой пропускает эту шайбу. Шайба, слава богу, встала на ребро, укатилась в ворота. Если бы не встала на ребро, я думаю, что скорости бы ей и не хватило для того, чтобы докатиться за ленточку. Ну что, пока у нас 100% реализация большинства. Благодаря первому звену Овечкин. На синюю. Опа, тут игрок оказался. Овечкин. Кузнецов. Ух, опасненько. Второе звено на льду. А, нет, четвертое получается, да? После первого сразу четвертое идет. Там второе очень сильно устало. Бросок с неудобной. Нисканин. Бросок, хорошо. Хорош, Холби. Стефенсон. Проигрываем вбрасывание. Опасно. Не дали дойти шайбе до ворот. Конноли. Конноли. Бросок. Хорошо. Может теперь закрепляться в зоне. Выкатываем. Бросок. Шайба в ворота. 4-0. Разгромили мы Бостон, можно сказать. Даут. Ну что я могу сказать? Легко. Легко в первой игре. Раздали, кстати, ему футболки в этом матче. Все сидят в футболочках. Это плюс. Видите, да? Все в футболочках красненьких. Вашингтон. Работало бы это у нас в КХЛ, ВХЛ, да? Чтобы были такие акции. Раздача футболок, раздача шарфов там. Хотя бы розыгрыши бы. Не всем, но хотя бы частично. Было бы круто. Выгодное вбрасывание. Отлично. Ну, по вбрасыванию в этой игре вопросов нету. Опять удаление. И опять удаление. Опять... Нет. Овечкин не вышел в этот раз на реализацию. Зато Оши вышел. Оши... Забрал, забрал шайбу, забрал. Пошел, 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 пошел. Ускоряемся. За ворота. Хорошо. Выкатываем. Подбросок. Подставленная клюшка. Оши. Эх, неудобно ему было бросать. Неплохо. Бросок. Подставленная клюшка. И Раску прямо в ловушку.
выиграть вбрасывание. Не удается выиграть вбрасывание. Бросок. Бураковский. 23 секунды до конца. Будет ли пятая шайба? Я хочу просто реализовать большинство. Это, наверное, сейчас самое главное. Хотелось бы 100% результат реализации в первом же матче оставить. Но пока не получается. Летит Бостон вперед. Им нужен хотя бы один гол. 8 секунд. Оше. Оше ускорился. Оше бросок. Раск. Нет. Не удается реализовать нам второе большинство. Ну что я могу сказать. Первая победа была довольно-таки уверенной. Бостон, можно сказать, слился. Бостон слился и как-то мы его очень даже легко переиграли. Ну что, если вы не подписаны еще на канал, подписывайтесь. И если уже подписаны, то, конечно же, ставьте лайкосики и смотрите следующие видосики. Ну, а еще один опросик вам в комментарии. Если вы хотите, чтобы видосики по карьере были полные, без нарезки, пишите в комментариях полные. Если хотите, чтобы были с нарезками, то пишите нарезки. Ну, а этот видосик выйдет пока без нарезки. Посмотрим, зайдет ли он вам. Всем спасибо, всем пока.